Работу с обращениями граждан обсуждали на еженедельном совещании главы в Звенигороде. За неделю на портал «Добродел» поступило более 1300 сообщений, из них свыше 800 от местных жителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил значительное число вопросов, связанных с борщевиком Сосновского, и подчеркнул, что количество жалоб на эту тему необходимо снизить в разы.